Так, всем привет, друзья. Находимся на съемочной площадке, снимаем фильм. Снимает тут кто-то фильм. Вот, а мы здесь находимся и тоже снимаемся. Вот у нас какие-то друзья. Так, квас. Не настоящий, значит, квас вот в этой бочке. Вот, значит. Так. Что-то привет и будем передавать? Кому подписчикам? Привет. Надо подписаться на канал? Да. А лайки поставить? Как называется канал? Рыбный путь. Отлично. Все кушаем рыбу и снимаемся в кино, да? Ну и да. И пьем квас. Все, натуральный, самый настоящий. Бабушка. Все, я пошел. Да. Такие вот у нас персонажики тут есть. Да. Там снимаются, монтирую. Ну, это монтировать, наверное, не буду. Потом объясню, по каким причинам. Так, чисто на одном кадре. Вот именно это видео. Ну, человечек с гитарой у нас. Вот собака. Барабака. Так, кто там у нас еще? Давайте посмотрим. Вот на весь актерский вот состав. Вот у нас военный корефан. О, вот у нас театр пошел. Театр, массаж. Приходите на школу. Вот этот поворот. Куда приходить, на какой театр и когда? На НЛДТ. 29 ноября, 7 часов вечера. В ДК? Да. А что там будет? Наш спектакль, «Остров рекорд». А, второй раз? То была премьера, а сейчас будет? Ну, рублей 500, ну, можно 100. 100 рублей все. Вход максимум. Все есть. Значит, тут у нас что? Курим Родопи. Как обычно, полет. Пальмир. БТ. Читаем правду пионерскую. 82-й год. Итак, ребята, в эфире 82-й дом. Не 81-й, не 80-й, а 82-й год. Вот у нас девчонки такие красивые. Тоже актрисы. Вот, тоже попадут в кадр и тоже получат потом Оскар. Так, а что хотите сказать? Нет? Последнее слово. Нет, почему последнее? Крайнее. Что-то подписчикам, может, передать хотите? Нет? Все ясно. Какой гонорар у вас? И в какой валюте? Места не хватило, да? Конечно, в евро. В евро? Не раскрывается. Не раскрывается, по контракту, да? Да. Все ясно. Ну что ж, друзья, никто не хочет говорить, сколько кто получает тут денег. Вот, но говорят единственные подробности, что в евро. Я не джем, а... Ну, в 82-м году у вас... Да. В евро еще тогда не было, в 82-м году. За доллары, конечно, это уже были кто там у нас? Фарцовщики. Вот, за доллары была статья отдельная. Вот, за обмен долларов и за все такое. Так что, вот у нас кто-то в домике прячется. Эх, ребята, друзья, ну что, пойдем? Пойдем, я вам покажу, что тут происходит. Вот. Так, они снимаются, пытаются что-то. Уходим, нас заметили вражеские корабли. Так. А вы из Керчи? Ага, я понял. Вы фотограф? Понял. Вы во вкусе жизни снимали, да? Да. Все, и сегодня будете? Да. С Андреем, короче, на вечеринке, да? Все, я понял. Все ясно. А как здесь? Это чисто для себя или попросили они? Попросили. Ну, отлично. Тогда во вкусе жизни сегодня в 7 часов встретимся. Но только уже без усов и грима. Кому-то, может, Андрею Антоненко передать привет. Хотите? Да, вечером передам. А, вот так, да. Все пойдет. Все ясненько. Так, ну хорошо, будем дальше. Так, ну а ты что скажешь? Может, поешь что-нибудь? Не умею,
и так далее. Вручили просто. Это просто реквизит, да? Скажу, ну, да, холодно. Холодно, да? В элементаре холодно. Сегодня. А ты в парике или своя? Парик. Парик, да? Да, он что-то чешется завтра. Чешется. Может, там уже в шею подбросили тебе. Что-то зря это сказал. Не, ничего не шевелится там. Да нет, просто показывай. Ну, пока не шевелится. Два слова пока. Ясно. Такой велосипед у нас здесь стоит. Ну, ну, милиционер тут, конечно, в общественном месте курит. Ну что ж. Смотрю погоду, ну +8, +9. Так, ну с моря холодный ветер, но все равно это же Крым. Ну да. Вот, таким же размахом. Не простила. Оу! Что вам сказать? Какого канала? YouTube канал, Рыбный путь называется. Как? Рыбный путь. Да, зайдете, посмотрите. Обязательно. Ну хорошо. Познакомимся. Да? А у вас тоже есть канал? Нет, вы подпишетесь на мой канал? Подпишусь. Все, хорошо. А у вас интересные там? Ну, так, чисто. Про рыбаков? Ну, есть и про рыбаков, есть и про рыбаков, ну и всякое. Рыбный путь тогда? Рыбный путь – это потому что, ну, как бы по виду деятельности. А-а-а. Ну, Рыбный путь называется фирма. О, Рыбный путь. А, все, да. И там я кидаю всякие, ну, любые видосики, которые мне нравятся. Ну вот, только например, надо. И этот все тоже начинать. Будет. Да, ну хоть что-то, да. Конечно. Я не там не блогер, так как дневник Хача, конечно, но и не как там этот Эдвард Билл там. Смотрите такое? Ну, я видела, мне да. Наслышана о них. Ну вот, прикиньте, какие они капусту, какую капусту они рубят там. Да, я представляю. Столько миллионов. Как они вообще такие каналы? Я вот сколько закидываю видео, ну так, слабенько просмотры идут. Это ж не зависит от того, где я нахожусь, правильно? Нет, вот. А именно от контента. Да, кто как смотрит. Реклама, контент. Да. А где их хорошо продвигать, говорят? Да? Здесь зарабатываешь канал. Угу. Надо. Подростки, дети. Что такое? Не знаю, их люди продвигают. Вкладывают рекламу. Рекламу. По бартеру. Покруче, чем другая работа, я имею в виду, что тяжелая работа какая-то. Да. Да. Хорошо, хорошо. А вот хотите, я вам еще, может, у меня просто осталось, да? А у девчонки еще там. Ну что, прекращаем трансляцию, ребята. А это будет смотреть на Ютубе. Это то, что. Не, прямой эфир я на телефоне снимал. А здесь просто что видео. Нам за это будет? А что вы хотите? Ну, а разрешение вы спросили, чтобы меня снимать? О, ясно, понятно. Нет. Сейчас будет шоу. Штраф. Статья Конституции 24. 5-6. Нет, 24-я статья. Так вы спросите разрешение, он сразу скажет да. Все, короче, на этом прекрасном моменте, на статье Конституции 24, часть 2, вот, об информации, мы завершаем эфир. Кстати, кто посмотрел до конца, вот, и если понравились актеры, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Надо подписываться на канал? Все. Если не понравилось, тоже подписывайтесь, да, и ставьте лайк. Лучше дизлайк, если не понравилось. Да не, пофиг, все равно лайк. Ну вот. Прекрасно. Произошла накрутка. Ну и все. Ба-бам.